В понедельник стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. С первым обязательным предметом справились более 99% школьников. 46 человек написали ниже минимального балла. Средний балл за ЕГЭ по русскому языку в Ивановской области составил 64,57%. Это выше прошлогоднего результата на несколько процентов. 15 человек написали экзамен на 100 баллов. Это 11-классники из Иваново, Гавпосада, Тикова, Кинешмы, Пальхского и Лежневского районов. В прошлом году 100-бальников было 6 человек.